Сохранение принципов устойчивого развития – ключевой элемент экономического роста и охраны природы нашей страны. Государственный банк развития Кыргызской республики представляет программу финансирования зеленых проектов. Программа финансирования зеленых проектов Государственного банка развития позволяет юридическим лицам получить зеленый кредит на выгодных условиях для реализации проектов, направленных на улучшение экологии и сохранение окружающей среды. Зеленое финансирование доступно для всех организаций, ведущих деятельность в Кыргызстане. Государственный банк развития финансирует проекты в следующих сферах. Возобновляемая энергия. Энергоэффективность. Устойчивое сельское хозяйство, рациональное использование водных ресурсов, зеленые здания и чистый транспорт. Почему зеленое финансирование так важно сегодня? В последние годы мир, включая нашу страну, столкнулся с рядом серьезных проблем. Это изменение климата, загрязнение воздуха, огромное количество отходов и многое другое. Программа финансирования зеленых проектов от Государственного банка развития позволяет организациям стать экологически ответственными, внести свой вклад в сохранение окружающей среды и одновременно получить доступ к льготным кредитам. Сроки финансирования зеленых проектов составляют до 10 лет, а процентная ставка от 6% годовых. Минимальный размер кредита составляет 10 миллионов сомов. При этом собственный вклад организации должен быть не менее 10% от стоимости проекта. Обеспечением по данным кредитам могут быть ценные бумаги, государственные гарантии, недвижимое имущество и прочие виды обеспечения. Все условия по предоставлению кредитов будут обозначены в двустороннем договоре. Примеры проектов многочисленны. Это и проекты по энергоэффективности, которые помогут экономнее использовать энергию, и проекты по рациональному использованию воды, включая ее повторное использование и сокращение потребления, а также сельскохозяйственные технологии, позволяющие обходиться без химических удобрений при выращивании культур. Конкретные проекты могут быть обсуждены при консультации в банке. Это проекты, целью которых является снижение уровня негативного воздействия на нашу окружающую среду и поддержание устойчивости. Государственный банк развития определяет зеленые проекты согласно собственной таксономии, где указаны четкие показатели. Компании могут обращаться напрямую в банк за консультацией в целях определения, является ли их проект зеленым. Зеленое финансирование – это не просто тренд, а необходимость, чтобы обеспечить уверенность в завтрашнем дне для нас и наших потомков. Станьте частью зеленого будущего Кыргызстана с Государственным банком развития. Узнайте больше о зеленом финансировании по телефону 0312 98 80 80.